180. Фамилия можно, просто не очень понятно. Что еще раз? Фамилия не очень понятна. Да. Гончлевская. Гончлевская. Да. Мы из дворян. Ну, в общем, что о себе рассказать. В принципе, в основном все свое время занимаюсь тем, что пытаюсь как-то расшевелить тех людей, что вокруг меня находятся, потому что как-то пессимизм закрадывается в душе. А, люблю ходить в походы, люблю. Недавно прошла поход на байдарках, неделю в холод, мороз, 0 градусов мы шли. Потом очень долго избавлялась от тех мышц, что у меня наросли на руках, на плечах. Это где в 0 градусов на байдарках? А, это мы в мае ходили. Как раз не удалась погода. Не, как, первые дня, 2 дня было градусов 17 в Беларуси. По Источке мы ходили, потом по Березне, потом по нему. Все равно, конечно, раньше ушли, потому что не все выдержали. Вот. Ну, сейчас я работаю в турфирме, но, в принципе, мне там уже не очень интересно. Я планирую открыть свою фирму. Задумок очень много, они все концептуальные, и пока я их не разглашаю, потому что это будет что-то очень новое, такое, которого еще пока в туризме нету. Вот. Ну, что сказать, как я тут очутилась, вообще странно, потому что вчера заехала к своей бабушке любимой, она ее попросила, села, она смотрела какой-то сериал, как всегда, и там реклама. Но она говорит: Маша, а что туда не пойдешь, тебя же возьмут. Я говорю: ну я не знаю, куда мне. Она говорит: ну давай иди. Ну и как-то вот пришлось. Давайте попробуем дефиле. Давайте, откуда? От стеночки. Дословно знаю до 14-го колена. У меня нет, у меня как бы есть где-то дома там кто